среду в Самарской области будет ясно и малооблачно, осадки не прогнозируются. Станет чуть прохладнее, днем плюс 18, плюс 23, ночью 10-13, выше 0. Ветер северного, северо-западного направлений, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13, северный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти облачное небо, плюс 20 градусов, дневное время, ночью 11, выше 0. Северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Дневная температура 20 градусов тепла, ночью плюс 10. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%. Температура воды в реке Волга 15,8 градуса. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.